Нам принесли спицы с обрезанной резьбой, криво-отрезанной. Вот сейчас мы их подзаточили. И сейчас мы на них будем накатывать резьбу. То есть не нарезать метчиком, а именно накатывать, то есть увеличивать в размере, скажем так. Вот сама накаточная головка для спиц размером G14. И далее в нее под давлением подается спица. И вот эта гайка, она регулирует прижим вот этих вот метчиков. Она их прижимает, сначала прогоняется первый заход, второй заход, туда-сюда. После нескольких заходов с маслицем получается резьба на спице. Вот такой вот результат. То есть накатана резьба. Сейчас я поближе покажу. То есть она, накаточная машинка, не нарезает резьбу, а как бы накатывает, выдавливает металл наружу. И резьба толще, чем сама спица получается. Процесс не быстрый, но несколько минут.